ищет людям счастье, счастье на века. В этой церкви похоронен Иоганн Кеплер. Эти камни привозили на плотах, и тут было начало города. Оказывается, третий город мира по населению. Древние камни Регенсбурга привезены плотами. Регенсбург – это крепость, провинция. Военное руководство Третьим ГУ было здесь. Руководство Баварии было в Аугсбурге. Территория лагеря 450 на 540 метров. Высота стен доходила до 11 метров, толщина до 3. Он недолго простоял. В борьбе с маркоманами все-таки они победили. Варвары разрушили этот лагерь. Римляне в 5 веке ушли, хотя лагерь был разрушен гораздо раньше. Но потом на камнях, на фундаменте этого лагеря был построен сам город. И вот он, Регенсбург, и прямо в его сердце стены римского лагеря 2 века нашей эры. Откуда появилась мода на шляпы? Выливали помои с окон, и поэтому одевали шляпы, что не попадало на головы. Появился римский лагерь Кастри Регина. Мы с вами стоим у северных ворот, сохранившихся ворот римского лагеря. Можно сказать, что это самые старые ворота, городские ворота всей Германии. Люди здесь 800 лет назад черпали воду. Сейчас закрыли, чтобы не падали. Вот наша группа. Вот все туристы из Мюнхена. И сом, который кушает нехорошего человечка. Эта церковь появилась в 11 веке, то есть 10 веков назад, 1000 лет назад. Итак, перед нами чистая баварская готика. Собор строили более 600 лет, а башням только 150. Несмотря на то, что правая часть в лесах, все равно открываются все картины этого собора. Готику можно читать как книгу. Известен он еще и тем, что здесь находятся одни из самых старых витражей. Так как город практически не был разрушен войной, то я хочу открыть вам маленький секрет. Здесь жил сам Карл Великий. После того, как он в 788 году напрочь расстался с агилольфингами, то есть он просто уничтожил этот герцогский первый баварский род, и при Кролингах, при Карле Великом Регенсбург расцвел. Тогда же начали строить и первый собор. Но вскоре от него ничего не осталось. Когда не стало Карла Великого, он был разрушен. И уже во времена готики на этом месте начали строить готический собор. Почему готического? Потому что, уважая этот город, любя историю, Людвиг I убрал все наслоения предыдущих эпох, оставил чистую готику, и на сегодняшний день собор Святого Петра в Регенсбурге считается главным памятником готической архитектуры юга Баварии. Известен он еще и тем, что здесь находятся одни из самых старых витражей. Так как город практически не был разрушен войной, то в соборе вы увидите витражи, сохранившиеся витражи 13 века. Вот это главная сцена собора. А сцена Благовещения. Обратите внимание, все готика, кроме алтаря. Вот алтарь Людвиг I оставил барочный, старый барочный алтарь из серебра, весь в позолоте. Ну и, наконец, обратите внимание, вот вверху печать самого Людвига I. Он оставил, запечатлел ее здесь в знак того, что именно он был, занимался этим собором, восстановил его и достроил башни.
Строительство моста. Так вот, тогда появилось вот это здание. С тех пор оно действует, несмотря ни на что, оно никогда не прекращает свою работу. Ну, разве что, когда разливается Дунай, потому что вот она, набережная средневековая Дунай. Обратите внимание, вы такой набережной нигде не увидите. Хочешь, можно прыгать в воду, хочешь, можно сидеть, как эти милые девушки. Особенностью этой сосисочной, не подходите близко, я нервничаю, является то, что здесь всегда с момента ее основания подают одно и то же блюдо. Это очень вкусная квашеная капуста, сосиски, маленькие оренбургские сосиски, всегда в четном количестве, начиная с 4, потому что Кунрад, который строил мост, о котором я вам говорила, и благодаря которому появилась сосисочная, любил не только сосиски, он еще жениться хотел. Чутное. И, наконец, пиво. Обратите внимание, вот видите, гости этой сосисочной пьют пиво. Пиво варят специально в пивоварне за 30 километров от Регенсбурга.
достопримечательностью Регенсбурга является вот эта фигура каменного человечка на мосту. Говорят, что это зодчий моста. Кстати, зовут его Кунрад. Вот, он сделал, видите ли, это, как это говорят, поспорил с самим чертом, да, сделку с чертом совершил, обманщиком оказался. Но, тем не менее, вот, и, так сказать, и мост, и сосисочная, и мост, кстати, который никогда сам не разрушался. Около бывшего здания городского совета. Прогулялись по городу, увидели много интересного. Надеюсь, туристы довольны. Ну а сейчас отметим праздник, день посещения Регенсбурга. Надеюсь, вы тоже присоедините к нам. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось? Thank you.